Начались работы по благоустройству общественных территорий, которые жители Свердловской области поддержали в ходе рейтингового голосования проекта формирования комфортной городской среды в 2023 году. Всего в текущем году будут обновлены 72 площадки. Это 24 дворовые территории и 48 общественных пространств. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, все объекты, которые вошли в программу, будут обновлены до конца года. На эти цели выделено порядка 1,5 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда из средств федерального бюджета и почти 103 миллиона рублей из областного. Отметим, федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйвашева стала одним из регионов-лидеров по созданию в каждом городе благоустроенных общественных территорий. Так, начиная с 2018 года в регионе было благоустроено более 2500 объектов в 59 муниципалитетах. В Новоуральске за это время обновилось немало общественных пространств. Аллея молодежи, бульвар Академика Кикоина, Центральный парк культуры и отдыха, Комсомольский Арбат. Эти и другие территории были благоустроены в городе по программе «Комфортная городская среда». А в этом году новоуральцы выбирали между эспланадой в Привокзальном районе и аллеей рабочей молодежи в Южном. Более 21 тысячи горожан сделали свой выбор. Наибольшее количество голосов – 13 350 – новоуральцы отдали в пользу реконструкции эспланады. Работы начнутся в 2025 году.